Здравствуйте. Вот тут достался мне такой мешочек. Это, короче говоря, переключатели такие здоровые, наконечники. Ну, они много где стоят. Но вот конкретно эти, это не сами переключатели, а уже внутренности от них. Они такие в цинковом корпусе идут. Вот эти конкретно от лифтов. То есть старых советско-российских лифтов. То есть такой кожух, здесь крышка сверху, и вот кнопка здесь. Чик-чик. Двери открылись, закрылись. Например, фиксация. Вот, надо сейчас все это дело разобрать. Здесь контакты. Два тут, два тут. И два подвижных. Подвижные вон на меди. Те тоже на меди, и вот эта вот сама вот эта вот штучка, она железная. То есть надо будет поснимать их все, отпаять, ну потом взвесить. Не знаю, вот эти вот штырьки получится вытащить, не получится, латунные. Ну вот эти латунные потом взвесим тоже. Вот маркировка данных переключателей. 84-й год. Восемьдесят седьмой. Ну, с разных лифтов. Разбираются они легко. Вот с этих вот краев с двух сторон. Чик-чик, пассатижами, плоскогубцами, вернее. Поддеваешь, и он отлетает. Все, вот серединка потом вытаскивается. Еще вот так вот надкусываю вот здесь вот. И достаю вот латунки вот эти. Так что. В общем, сейчас разберу все. Надо какое-нибудь крепление для камеры придумать. Чтобы можно было бы показывать, как разбирается. В общем, вот так вот они разбираются. Удобно, конечно, через камеру все это делать. Все, потом я вытаскиваю вот эти еще. Ну, на самом деле, когда без камеры, это все проще. То есть вот так вот. Видите, он летел. Так, и вот выпали эти. Ну, они тут просто руками вытаскиваются, и потом эти еще железку вот эту забирают. Иногда вот так. Начало уже положено. Короче, решил пересчитать. Тут
30 штук разобранных. Вот в пакете еще посчитал. Вот эта гора. Всего 159 таких вот выключателей. Переключателей. Тут еще всякая вон попадается фигня. Типа вот таких вот каких-то кнопок. Ну их там штук 5-10, может, не больше. Таких вот. Тоже вон контакты есть. Вот, кучки растут. Вот эти вот попались цельные на пайке. Здесь тоже вот. То есть это не клепки. Отсюда я немножко взял, уже разложил. Ну и вот латунь. Работа однотонная. Сейчас попробую одну партию отпаять. Вот разложил. Сейчас буду отпаивать. Буду совмещать разбор с отпайкой. Да, забыл сказать. Я еще даже половины не разобрал. Ну все, разобрал я все выключатели. Получилась вот такая вот горка латуни. Эти вот латунные с напаечками. Сейчас будем отпаивать. А эти вот железные. Такие вот две горки. И говорил еще, что ну, вот эти концевики, они от лифтов. Помните вот эти вот старые маленькие советские лифты? Засанные такие вонючие и с обожженными кнопками. Так вот, попалась вот такая кнопка вызова. Вот еще одна красная. Вот тут ничего не нарисовано. Ладно, все, сейчас буду потихоньку отпаивать. Потом, как отпаяю, все будем взвешивать, смотреть, сколько получилось из 159 штук выключателей концевиков. Ну, вот так вот выглядит это все после отпайки. Конечно, не все удалось отпаять контакты, потому что очень тонкое нанесение есть. Ну, процента 2 примерно со всего, с общей массы. Просто размазалась по железу и меди. Контактов на меди. Вот так вот это выглядит после отпайки с латунных контактов. Ну все, ребята, давайте подведем итоги, что получилось с этого пакета. Такая вот куча латуни, тут уже отпаянные латунные подвижные контакты, они не магнитные все. Вот. Блин, 24 грамма баночка только весит. Ну, вот так вот. Давайте посмотрим, что по латуни получилось. Весит по 250 грамм. Ну, 258. Раз. На край отсыплю, потом я уберу. Дальше.
250 было. Полкилограмма. Где-то 750 грамм латуни будет. Со всего этого пакета. Ну, допустим, еще чуть-чуть осталось. Даже 250 не будет. В общем, вот это вот все латунь, то есть 700, ну, где-то 40 грамм, 740 грамм латуни. Ну и теперь самое главное, взвешиваем контактики. Ну, неплохо. 79 грамм контактов. В общем, убил я на это все 4 вечера. Ну, не то, что прям полностью, там, часа по 2, по 3. Вот. Высыпем это в опилочку. Вот такие вот они. Эти концевики. Стоит разбирать их, не стоит. Ну, смотрите сами. Время много уходит на разборку.